Юниформ, что известно о контейнере? Я нахожусь на берегу в километре к западу от отеля. Вы сейчас меня видите? Да, Рейзер, видим. Контейнер сейчас по воде переправляют на юг. Калибри 6 следит за ним. Мы уже продумали маршрут перехвата и будем с ним синхронизировать твой. Кажется, Меринов и Калала направляются к взлетной полосе в 2 километрах к югу. Рейзер, твоя задача — слежение и затем нейтрализация. Ты не должен дать им уйти с этим вирусом. Понял, я в пути. Продвигайся вглубь материка, Рейзер. Принято. Юниформ, пляж очень хорошо охраняется. Можете подсказать альтернативный путь к цели? Прием. Не можем. Также рядом с деревьями мы фиксируем тепловой сигнал машины. Тебе необходимо прорваться сквозь позиции противника, не поднимая шума. Отлично. Тепловые сигналы в доме уменьшаются. Попробуй занять станцию. Понял. Работаю. У нас изменения. Судно причалило. Кажется, они заправляются. Наши ребята переместились? Прием. Никак нет. Контейнер и команда на месте. Рейзер 32. Контейнер прибывает в гавань у станции канатной дороги. У тебя есть шанс немного сократить расстояние. Принято, Юниформ. Не спускайте с них глаз. Я спешу изо всех сил.
Внимание! Беспилотник засек слабый сигнал. Вершина скалы на 12 часов. Двигаться, Рейзер. Рейзер 32. Впереди станция снабжения противника. Множество враждебных целей. Принято. Есть способ пройти, не прикрывая самому себе задницу, а? Преодолей ограждение справа и ожидай инструкций. Мы выбираем маршрут. Прежде чем что-то делать, убедись, что полностью контролируешь ситуацию. Влево идти нельзя. Все открыто и много врагов. Можешь подобраться к утесу справа и подняться наверх? Не могу. Путь блокирует два врага. Thank you.
поднимайся на утес. Там можно легко укрыться в листве. У тебя на пути одиночная цель. Ее нужно уничтожить. Зона слева от меня все еще недоступна. В северо-восточном углу станции находится зона складов. Твой маршрут пройдет через нее. Понял. Придется снять двухчасовых. Кто-то есть! Черт, показалось, наверное.
Говори 32-й, я на утесе над станцией канатной дороги. Вижу движение на той стороне. Принято. На нашем видео различимы часовые на своих постах. Сними верхнего часового, затем выходи. Хорошо, принято. Путь один. Подойти к правому краю утеса и спрыгнуть. Там глубоко, вода смягчит удар. Диас, за это с тебя серьезно причитается. Рейзер, доложи обстановку. Немного круче, чем я ожидал. Но жить буду. Рада это слышать. Плыви к пляжу. Ты должен расчистить себе путь до станции. Тепловизор показывает, что в доме впереди противники. Mm-hmm.
Пора уже запускать это шоу в эфир. Проверили район вокруг твоей позиции. Положение противника будет на твоей мини-карте уже сейчас. Андерсон, нужно прибавить ходу. У нас очень сжатые сроки. Мы должны вернуть патоген любой ценой. Глупое замечание. Скажите, как это понимать, капитан? Да, я понимаю всю важность основного задания, генерал. Только в этот раз обеспечьте нам спасательную группу. Я намерен вытащить отсюда всех наших людей. Ну или вторичные элементы задания, если по-вашему. Любой ценой. 32-й, конец связи. Нахожусь у цели. Доложи обстановку, Рейсер. Видишь приоритетную цель? Прием. Не-а. По крайней мере, пока. 31-й. У вас на 6 часов вертушка. Держитесь ближе к земле. Вертушка села. Вижу Калалу. Никаких следов Меринова или контейнера. Юниформ присутствия союзных целей подтверждаю. Они в порядке, но под сильной охраной. Так, вижу приоритетную цель. Сообщаю, в настоящий момент контейнер погружает в самолет. Черт, думаю, наших парней не собираются забирать вместе с контейнером. Прошу разрешения вывести наших людей. Отказано. Основная цель по таким. Людьми займемся после того, как он будет у нас в руках.
Генерал, я лучше представляю себе положение. Официально заявляю, что нам следует вывести своих людей и перехватить самолет в воздухе. Запрещаю. Нам не о чем производить перехват. Это прямой приказ из Центра спецопераций. Выполняйте задание. Вам ясно? В Николса попали. Черт побери, они убирают своих. Беззащитен, его надо прикрыть. С тебя пиво. Два раза. Уже четыре. Короче, ящик пива. Черт, куда он направляется? Говорит Диас, AC-1337. Меня кто-нибудь слышит? Говорит Рейзер-32. Чертовски рад слышать твой голос, Диас. Аналогично, приятель. Я хочу отсюда выбраться. И помощь мне не помешает. У меня ржавый автомат и горсть патронов. На берегу чисто? Нет. Ясно, значит, отрезал. Хорошо, я в пути. Я могу тебя потерять. Меняю позицию. Держись. Понял. Поспеши. Машина на востоке. Быстро приближается. Хватай гранатомет! Вот это выстрел. Прям как нокаут. Самолет взлетел. Твою мать. Уэллер меня за это выберет. Все это плохо кончится, прям как в Сараево. Диас, мне нужно спуститься с утеса. Встретимся в 500 метрах к западу. Хорошо, понял. И гоу. Спасибо, друг. Главное, выберись оттуда. Вот-вот будут здесь. Сюда.